Алсу прокомментировала решение дочери передать выигранный в шоу «Голос дети» 1 000 000 рублей на благотворительность. Алсу должна была высказаться о победе дочери и накрутке голосов. Певица сама отметила, что сделает заявление в день своего концерта в День защиты детей. Однако журналисты и публика сумели дождаться от артистки лишь слова гордости за то, что Микела понимает важность благотворительного фонда и уже в столь юном возрасте. «Я рада, что мои дети, моя дочь Микела приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных лет она понимает важность благотворительности», – заявила Алсу. Она также добавила, что в ее семье музыка и пение всегда были способом сделать мир добрее и лучше. Интересно, что слова матери Микелы Абрамовой уже раскритиковали многие. Публике не понравилось, что она назвала выигранный в шоу миллион первыми заработанными деньгами. Юрий Лоза и вовсе категорично высказался о звездной семье. По его мнению, Алсу и Микеле следовало бы отдать на благотворительность собственные средства. За чужой счет Алсу словила очки. «Этот миллион, он вообще не ее, он ей не принадлежит», – заявил музыкант в «Вечерней Москве». «Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается». Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!